30-х годах прошлого века не было в Советском Союзе более известного самолета, чем этот маленький истребитель. Его можно было увидеть на плакатах и государственных наградах. В художественных и документальных фильмах довоенной поры он крутил немыслимые каскады фигур высшего пилотажа. И-16 в фильме «Оружие». И-16 создавался как скоростной истребитель, который одновременно имел максимальную маневренность для ведения воздушного боя. Это выгодно отличало его от вертких, но медлительных в горизонтальном полете бипланов. По своему внешнему виду и летным качествам И-16 резко выделялся среди советских и иностранных истребителей начала 30-х годов. Минимальные размеры, бочкообразный толстый фюзеляж, маленькое крыло. Самолет был похож на какое-то фантастическое насекомое. Летчики называли его ишачком. Любили и ругали, как любят и ругают привычный предмет, приносящий не только радость, но и огорчение. Непростой была судьба этого самолета. Он был создан Николаем Поликарповым, руководителем бригады номер 2 Центрального конструкторского бюро, в инициативном порядке. Основной задачей бригады в то время была разработка по заданию ВВС истребителя полутораплана И-15. Конструктор на свой страх и риск предложил заказчикам из военно-воздушных сил проект еще одного самолета – моноплана с низкорасположенным крылом и двигателем воздушного охлаждения. Именно в него Поликарпов заложил весь накопленный к этому времени опыт, все свое конструкторское чутье. Он понимал, что окончательный переход от биплана к моноплану уже предрешен. Возросшая примерно в 1,5 раза мощность авиадвигателей позволяла снять второе крыло с биплана. При этом за счет снижения аэродинамического сопротивления самолета должна была резко возрасти его скорость. Военные заинтересовались новым перспективным истребителем и выдали на него задание, не включив, однако, при этом в план. Так полулегально вступила в большую жизнь будущая небесная знаменитость. 30 декабря 1933 года летчик-испытатель Валерий Чкалов впервые поднял в воздух машину, которая получила индекс И-16. Это был во всех отношениях уникальный самолет. Его конструкции и технические данные знаменовали новую веху в истории истребителей. Самолет был задуман и выполнен как хорошая гоночная машина. Ничего лишнего, никаких выступающих частей и деталей. Шасси впервые в мире выполнено убирающимся. Чистые обводы крыла, зализанный деревянный фюзеляж. Все поверхности обтянуты полотном. Металла в конструкции самый минимум, только для прочности. Поэтому И-16 получился очень легким. В сочетании с аэродинамическими формами это дало высочайшую скорость. В первых же испытательных полетах Валерий Чкалов разогнал истребитель до 445 км в час. Позже на одной из модификаций И-16 была достигнута колоссальная по тем временам скорость полета – 525 км в час. Военные высоко оценили возможности новой машины и потребовали наладить ее массовый выпуск, не дожидаясь окончания испытаний. Но серийного производства пришлось ждать очень долго – 1,5 года. Испытательные полеты выявили детские болезни И-16-го, ненадежность отдельных узлов и деталей, общую недоведенность конструкции. Особенно много нареканий вызывала система уборки шасси. Ручной тросовый привод был ненадежным, часто заедал и отказывал. Подъем и уборка шасси вызывали большие затруднения даже для такого физически сильного летчика, как Чкалов. Во время одного из опытных полетов на истребителе отказала система управления. Опасаясь, что гибель машины послужит поводом для закрытия проекта, Валерий Чкалов оторвал кусок обшивки и написал на нем: «Самолет хороший, испытания надо продолжать». К счастью, летчик сумел избежать аварии и благополучно посадил самолет. Серьезные недостатки конструкции ставили под сомнение судьбу И-16. Решающую роль в судьбе нового истребителя сыграло мнение Валерия Чкалова. Испытания были продолжены и успешно завершены. Машину приняли на вооружение и запустили в серийное производство.
И-16, истребитель, длина 6 метров, размах крыльев 9 метров, максимальная взлетная масса 1500 килограммов, силовая установка, двигатель М-25 мощностью 730 лошадиных сил, максимальная скорость 445 километров в час, практический потолок 9100 метров, практическая дальность 540 километров, вооружение 2 пулемета калибра 7,62 миллиметра. Новый истребитель летал и набирал высоту в 1,5 раза быстрее, чем И-15. Однако он не вызывал особого восторга у летчиков строевых частей. Непривычно большая длина разбега, 300 метров, требовала новых аэродромов. Машиной было значительно труднее управлять. Она строго наказывала пилота за такие ошибки, на которые тихоходные бипланы просто не обращали внимания. Доверие к скоростному моноплану особенно упало после нескольких серьезных аварий. Для самолетов с двигателем звездообразного расположения, воздушного охлаждения, здесь очень серьезная особенность техники пилотирования, особенно на малых скоростях. Ну, двигатель воздушного охлаждения, ометаемая плоскость винта, затем, когда он опускает, допустим, на взлете отдает ручку от себя, опускает нос к горизонту, чтобы набрать скорость на разбеге. И если он это делает резко, не плавно, то есть резко изменяется плоскость вращения, возникает процессирующая сила, это по принципу процессии гироскопа, влево, и самолет, если ты не успел удержать правой ногой, то если ты взлетаешь туда, то закончишь туда взлет. Это в лучшем случае. А как правило, в этом случае самолет разворачивался, мог встать на нос, крутануться несколько раз вокруг винта на коленвале, и потом либо упасть назад, либо упасть на спину. Быстрее освоить новую технику помог двухместный учебно-тренировочный вариант истребителя УТ-4. Николай Поликарпов создал его в 1934 году одновременно с основной моделью. На каждые 4 боевых самолета выпускался один учебный. Всего заводы дали войскам 3300 УТ-4. Для того, чтобы помочь строевым летчикам преодолеть страх и недоверие к новой машине, руководство военно-воздушных сил пошло на неординарный шаг. Лучшие летчики-испытатели страны организовали своего рода воздушно-цирковую труппу. Ее называли «Красной пятеркой» по цвету входивших в нее машин. Руководил пилотажным коллективом Петр Стефановский. Стефановский Петр Михайлович, летчик-испытатель, генерал-майор авиации, герой Советского Союза. Годы жизни 1903-1976. Родился в Могилевской губернии в крестьянской семье. Окончил Качинскую военную авиационную школу летчиков. Работал в НИИ ВВС. Испытал более 50 новых типов самолетов. Пилотажники гастролировали по воинским гарнизонам в течение всего 1935 года. Своими глазами, увидев показательные воздушные бои, групповую и сольную акробатику, строевые летчики в корне меняли свое отношение к И-16. Летчик Павел Рычагов во время одного из показательных выступлений смог последовательно совершить 110 взлетов и посадок. Все участники «Красной пятерки» и сам Николай Поликарпов были награждены орденами Ленина, высшей наградой государства. И-16 в войсках признали и любовно прозвали Ишачком. Прошло немного времени, и машина стала демонстрировать заложенные в ней отличные летные качества. Сначала в руках опытных пилотов, а затем и рядовых летчиков. Один из них так писал о своей встрече с новым истребителем. Это вообще был какой-то летающий снаряд. Одна пара крыльев и никаких колес. Когда он шел на тебя в лоб, казалось, что мчится метеор. И-16 машина в технике пилотирования прекрасная. Она как бьем крутилась. Устойчивая. Что прострывалось, и что пара хорошо выходила. Вот.
Но на взлете и посадке это был ад кромешный. Тут надо, как у нас был один штурман полка, держи ушки топориком. Та же сила прецессионная. На взлете то, что и на лопятом, так и на нем двигатель воздушного охлаждения. Но только их 16-е более резко вводило по направлению. Даже были случаи, начинает разбег в этом направлении, взлетает там. Вот. То же самое и на посадке. Надо было машину держать по направлению. Вот вся его сложность. По общему мнению пилотов и конструкторов, это была гениальная машина. В ней Поликарпов собрал все лучшее, что было на тот момент в мировой авиации. При этом он сделал И-16 таким, что советская авиапромышленность, которая испытывала острую нехватку металла и квалифицированных рабочих кадров, смогла развернуть массовое производство самолета. Выпуск машины продолжался с 1934 до 1942 года. Всего ВВС Красной Армии получили более 10 тысяч И-16. Истребитель непрерывно совершенствовался, менялся в деталях, оснащался более мощными двигателями и более сильным вооружением. После каждой модификации возрастали боевые возможности самолета. Но его основная схема, размеры, формы и обводы фюзеляжа, крыла и оперения оставались неизменными. И-16 получили боевое крещение в небе Испании. На этих машинах советские летчики дрались с японцами над озером Хасан и рекой Халхин-Гол. Истребки Поликарпова вынесли на себе всю тяжесть боев с немецкой авиацией в первый период Великой Отечественной войны –